Всем привет! Сравнение смартфонов Samsung Galaxy A35 против Samsung Galaxy A34. Это версии 6128 и 8256. Со стоимостью наличия можете ознакомиться в описании к этому видео. Вот, примерно по цене на них сейчас выгоднее покупать Galaxy A34. Он где-то на 10-15% дешевле, это при том, что это версия 8256. Тогда, когда тут версия 6128. То есть мы выигрываем и по цене, и по встроенной и оперативной памяти, если мы сейчас покупаем Galaxy A34. По внешнему виду они, видимо, очень похожи. Тут микроэлементы дизайна отличаются. То есть прорезь для динамика стала другой. Кнопки управления, ну, чуть-чуть. Вот, слева нет ничего, форма устройства немножко изменилась. Вот, Galaxy A35, он кажется более таким крупным. По диагоналям дисплея там и там по 6,6 дюйма. Так, и давайте их... Так, я их не выключил, сейчас я их выключу и продолжим, да, с включения одновременно. Так. Включаем устройство, сделаем одновременно, смотрим, кто быстрее загрузит систему. Отклик чуть раньше был на Galaxy A35. И смотрим, кто загрузится. Примерно одновременно они загружаются хорошо. Разблокируем. Так, и обращаю ваше внимание, что рамки дисплея, ну, они примерно одинаковы, что там, что там. Вот, сейчас. Вот, но тут вот вырез, да, такой обычный, тут вырез капелька на Galaxy A34. Скажем так, тут как более в премиальных Samsung'ах Galaxy A35, тут как в более бюджетных Samsung'ах. Так, перейдем в настройки, посмотрим на версию операционной системы. Так, One UI, тут 6.1, тут 6.0 и Android 14. То есть и там будет 14 Android, но вот версия One UI более свежая на данный момент на Galaxy A35. Так, еще сделаем яркость максимальной. Так, ну, отличные дисплеи, дисплей Full HD, Super AMOLED, 120 Гц, что там, что там. Давайте перейдем в синтетические тесты, посмотрим на результаты тестов. Вот, что у нас по процессору? У Galaxy A35 Exynos 1380, 8-ядерный, 4 плюс 4,2 и 2,4 ГГц. Тут процессор Dimensity 1080 от MediaTek 6,2. 6 плюс 2, 2 ГГц и 2,6 ГГц тактовая частота. Видеоускоритель Mali-G68, что там. И давайте смотрим результаты. Чуть-чуть больше набирает Galaxy A35 в тесте процессора. В тесте видеоускорителя более значительно набирает. По Antutu бенчмарку давайте посмотрим. Вот. Идентично, вообще разницы нет, но учитываем, что эта версия на 8 гигабайт оперативки, а версия на 8 гигабайт оперативки, она набирает где-то там на 10-15 тысяч больше, чем с 6 гигабайт. Так, хорошо. Запустим PUBG Mobile, смотрим, кто быстрее загрузит игру. Комплектация устройств отличаться не будет, то есть тоненькие коробочки только с кабелем Type-C на Type-C. Тоже одновременно плюс-минус загружается PUBG. Графика высокая, что там, в общем, разницы не будет в этом плане. Так, хорошо, давайте откроем камеру. Видеозапись больше. Нет ночного режима. Нет, есть. И там ночной режим есть. Видео мы можем записывать одинаково. То есть
разницы по камере какой-то особой не будет. То есть это просто Galaxy A35, чуть-чуть лучше по железу, с большим, чуть-чуть лучше по операционной системе. А так-то, в принципе, особой разницы, как бы какой-то принципиальной между этими смартфонами нет. Конечно, если мы сейчас покупаем, мы понимаем, что Galaxy A35 просто дольше будет поддерживаться, потому что это новее, потому что ресурсов у Samsung поддерживать Galaxy A34 дольше просто не хватит. Поэтому тут устройство получит, там, скорее всего, 15-й Android, а тут под вопросом, будет ли 15-й Android на Galaxy A34. Ну, это то, что 100%. Вот. В этом плане получше. Ну и спереди, да, мне вот такой вот вырез больше нравится. По батарейке тоже как-то особо разницы нет. И там по 5000 мАч. По возможностям быстрой зарядки по 25 Вт. Что там, что там. То есть, в общем, такое вот. Единственное, да, преимущество вот у A34 это то, что мы за меньше денег сейчас получим более... устройство примерно такое же, с более большим объемом встроенной оперативной памяти. Вот. На этом все. Спасибо за просмотр. Пока.